Всем привет, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников-иллюстраторов. Если тема конкурсов для художников вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Ссылочку на полную информацию о конкурсе я оставлю в описании. Называется конкурс «Анимайо 2023» – международный конкурс плакатов для фестиваля, в общем-то, каких-то там плакатов. Нужно поучаствовать до 20 января 2023 года. Участие от 16 лет и старше, участие бесплатно. Допускается для работ любая техника. И главное условие, что работы ранее должны быть не опубликованы. То есть нельзя предлагать на конкурс какие-то свои картины, которые были уже где-то размещены, особенно если вы где-то участвовали. То есть это должны быть какие-то новые работы. Нужно отправить в цифровом формате свои работы. Ссылочка в описании. Приз победителя 500 евро. Не уверена, что буду участвовать в этом конкурсе, но всем, кто захочет поучаствовать, я желаю удачи. Обязательно делитесь в комментариях, если будет что рассказать интересного о том, как вы поучаствовали и выиграли. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!